Всем привет, с вами Светлана, и сегодня у нас видео «Уход за телом». Здесь в основном будет фаберлик, но и не только. Давайте начнем с очищения. Вот такие гели для душа я использую сейчас летом. У них очень приятный освежающий аромат, они парфюмированные. Аромат держится на теле, как бы, что очень важно. Это променад 8326 и... Не буду ломать язык. В общем, вот так он называется. Есть туалетные водички такие тоже. Фаберлик и пахнут. Эти гели здорово. Вот просто летние ароматы, освежающие, классные. Какие использую я мочалки? У меня две находки. Но одной я пользуюсь уже очень давно. Это аптечные мочалки. И они достаточно такие вот... грубые, то есть с ними можно делать и массаж, и пилинг. Здесь есть вот такие мелкие, как бы, не знаю, щетинки, и вот такие крупные, они достаточно жесткие, то есть когда вы проходите ими по телу, такой легкий эффект массажа. Если мелкими пилинг, то крупными массаж. Она довольно-таки удобная, здесь можно деть пальчики и нанести сначала на тело гель для душа, а потом воспользоваться вот этой мочалкой. Очень ее люблю. Она в аптеках, по-моему, продается как антицеллюлитная мочалка. И вторая находка, которую я очень полюбила, это Фикс Прайс. Вот такая вот щеточка для тела. Она тоже довольно удобная. Здесь можно просунуть пальчики. Она хорошо держится на руке, не скользит, не сваливается. И здесь очень нежные щетинки. Они прям... мягкие-мягкие, ей невероятно приятно проходиться по телу. Может быть, эффекта такого вот скрабирования не будет, как с этой мочалкой, с жесткой, но легкий приятный массаж и небольшое отшелушивание точно вам обеспечено. И если вы ее попробуете, вы однозначно тоже влюбитесь. Она очень приятная, вот эта вот мягкость. Единственное, что не делайте так, не наносите гель для душа на нее, а потом проходиться по телу. Сначала наносите гель для душа на тело, а потом проходитесь этой мочалкой. Тогда он вспенивается, и расход у вас не будет таким большим, если вы будете постоянно наносить свое средство на эту мочалку. В общем, я ее люблю, активно использую. Если кто не пробовал, очень советую. Дальше скрабы. Какие скрабы я использую? Здесь у меня два в арсенале. Один это Beauty Cafe от Faberlic. Малина и белый шоколад. Артикул его 1820. Здесь 150 мл. И он невероятно вкусно пахнет. Я беру уже вторую баночку такую. Здесь есть даже частички малины на крышечке. Вот видите? Он довольно густой, а скрабирующие крупинки очень маленькие. Мне бы даже хотелось, наверное, побольше чего-то. Но я в основном использую скрабы вместе с вот этой вот щеткой. Наносишь на тело скрабы, потом еще и щеточкой. А так, в принципе, кожа после него мягкая, шелковистая. Вот он всем заявленным функциям, как скраб для тела, отвечает. А аромат, ну, вообще великолепный. И вот такая соль скраб. Это, по-моему, была у меня покупка в Фиксе. Банька. Морская соль, травяной купаж, успокаивающий экстракт сосны и пихты. Здесь 350 грамм соли морской. И там есть засушенная трава. Прям ветки и палки. Это не очень удобно. Потому что... когда вы скрабируете свое тело, все это прилипает, пристает, и потом смывать, и ванна вся у вас будет вот в этом мусоре от трав. Но, тем не менее, мне нравится. И я бы, знаете, даже как его использовала и пробовала так использовать, потому что, ну, это просто соль, без всякой кремовой там основы, рассыпчатая соль. Мне хочется туда все время добавить гель для душа, смешать это все, и потом вот этим телом проскрабироваться. Вот так мне гораздо приятнее. А так продукт тоже неплохой. Запах классный такой, пихтовый. Крупная соль с травками. Так, дальше, девчонки, что я использую после душа? Я сейчас не вытираюсь летом полотенцем, а использую вот такие мисты от Faberlic. Вот этот у меня уже кончается, оливый бергамот. Мне не очень нравится его запах, я уже говорила. Он какой-то такой вот терпкий, похож на мужской одеколон.
Но, тем не менее, когда он разносится по телу, в принципе, это приятно. И увлажняет хорошо. То есть на мокрое тело после душа разносите. Можно размазать еще. И здорово. Тело увлажненное, тело напитанное. Крем наносить не хочется уже после такого миста. А вот этот вот Fleur de Provence апельсин-ваниль гораздо приятнее пахнет. Мне нравится больше, чем этот по запаху. А по эффекту они одинаковые. Увлажняют, питают. Хорошее место, и летом это очень удобно. Весной я наносила вот такой крем-груша, запеченная от Faberlic, это тоже бьюти-кафе. Так же, как и скрабики, 1868 артикул, и он очень питательный, очень классный. Вот чуть-чуть у меня осталось, сейчас добиваю его на руки. Запах невероятный. И из линейки Beauty Cafe, вот мне нравится он больше всего именно по питательным свойствам. То есть прям вот напитанная после него кожа и жирной пленки никакой не оставляет. И запах достаточно долго держится на теле, а запах невероятно приятный у запеченной груши. Это такая ванильная груша, что ли. Ну, очень вкусный. Так, дальше. Уход за руками и ногами. Для рук я сейчас использую вот такую линейку про руки. Это крем 5 в 1 ночной. Экстракт хлопка и масло чайного дерева. Артикул 2204. У него классный запах. Вы знаете, он такой нежный, прям пахнет хлопком. Из-за этого он мне нравится. Зимой и весной я использовала крем для рук из серии «Зима». Он очень питательный и с проблемами сухости рук, а у меня они очень сухие, справлялся на ура. Этот крем гораздо легче, но летом в такую жару другого и не хочется, честно говоря, поэтому я пока остановлюсь на этой линейке и буду использовать его. Для ног тоже серия про ноги. Это крем-масло для ног, питание и восстановление с оливой. Масло оливы здесь у нас 21,57 артикул. И тоже как бы, ну, обычный крем, ничего сверхъестественного, ничего плохого про него сказать не могу. Хорошо питает, и если после душа намазать им ноги, то в принципе целый день, на следующий день не будет никакой сухости, все будет нормально. Также для ног у меня в уходовых средствах крем-гель после депиляции. Я использую его после бритья, либо после депиляции. Вы знаете, он хорошо очень справляется с заявленными функциями, снимает раздражение моментально, но прям через несколько минуточек, и в то же время кожа ваша увлажненная. Ухаживает за кожей после любого вида депиляции, легкий охлаждающий эффект с алоэ вера. Охлаждающего эффекта никакого здесь нет, ни легкого, никакого другого абсолютно. Но ухаживает за кожей, да. Поэтому артикул 21-25, кто делает депиляцию или бреет ноги, вот этот крем очень-очень хороший, достойный. И третий крем для ног у меня, это крем Винотоник, который я очень активно использую. Этот тюбик у меня уже, наверное, на исходе, и в запасах есть другой. Артикул 16-60, и он реально классный. Вот мне нравится вечером наносить его на ноги. Он и питает кожу, смягчает, и у него есть легкий охлаждающий эффект, и он реально снимает отеки. Или если у вас есть какие-то венки, варикозные болезни и так далее, они становятся менее заметными. Это проверено абсолютно точно, уже целый тюбик я измазала. Сейчас лето, ходим много, ножки устают, я мажу им прям от ступней и до самого верха, потому что ступни тоже иногда гудят. Наносишь, и такой легкий охлаждающий эффект, сразу чувствуешь легкость, хочется бежать дальше. Так, дальше обязательно на лето вот такой вот уход, я уже показывала в предыдущих видео, это 30 SPF, молочко для тела солнцезащитное. Сейчас активно очень работает солнце над нашими головами, поэтому перед выходом на улицу сейчас обязательно вот это средство. Оно не оставляет липкой пленки, не жирнит кожу, очень хорошо впитывается и выполняет свои функции, что самое главное. Вот такой вот спрей, акваспрей, увлажняющий с гиалуроновой кислотой. Это у нас марка Комплимент. Я покупала ее, по-моему, в Орхидее Парфюм. Тоже уже на исходе, стоит с прошлого сезона. Он мне очень нравится летом. Хотя он дает небольшой блеск, но зато здорово освежает. То есть, когда хочется в жаркий день освежиться, вы попшикали себе на лицо. У него приятный легкий косметический аромат.
И я думаю, это что-то по типу вот термальной водички. Так, для тела еще у меня есть вот такое вот термоактивное массажное масло от Целлюлит. Сейчас вообще эти средства летом актуальны, потому что они работают еще лучше, еще интенсивнее в теплое время года при жаре. А выводит излишки жидкости, расщепляет жир. Это Флорисан, марка, серия Fitness Body. Как оно работает? Вы наносите это масло на тело, и так как на вашей коже образуется масляный слой, и влага начинает интенсивнее испаряться, то есть вы начинаете потеть, грубо говоря, и за счет этого выводятся излишки жидкости из-под подкожно-жирового слоя. Оно не поможет, конечно, похудеть, но выровнять рельеф кожи, да, возможно и реально. Это маслянистая такая субстанция, запах апельсинчика, мандаринчика, такой цитрусовый, приятный. Хороший продукт, и в принципе вот на пробежку, если летом вы занимаетесь спортом или еще чем-то, вот это вот советую вещь. И еще одно средство, вот такая вот огромная банка у меня от Сибирики. Это сауна и спа, теплое облепиховое обертывание для тела, питательное. Мне очень нравится оно, я им активно пользуюсь, вот так оно выглядит. И обертывание действительно работает. То есть вы наносите, оно прям вот масло-масло. Сейчас попробую вам показать, как оно на коже себя ведет. Прям такой плотный слой маслянистый. И после того, как вы его наносите на тело, на проблемные участки, можно взять полиэтиленовую пленку, завернуться, и уже, наверное, минут через 10 вы увидите, как там начнет собираться влага, большое причем количество, поэтому он работает. Это действительно обертывание, которое направлено на похудение. На похудение, на вывод излишнего количества, опять же, жидкости и так далее, расщепление жира. Кожа после него восхитительная, но его нужно смывать, потому что ходить с ним нереально. Оно закупоривает поры, оно с ним коже очень тяжело, и поэтому вот походить какое-то количество времени или использовать при физических нагрузках, а потом смыть. Вот только так. Так же, как и это масло тоже, его лучше в конце дня хотя бы смывать. Оно, конечно, полегче гораздо, а это прям такое очень питательное обертывание, теплое, да, там действительно будет тепло, там действительно будет сауна, там, куда вы нанесете это средство. Поэтому, кто не пробовал, Сибирику советую. Ну и на этом все. Вот такой у меня уход за телом, летний уход за телом. Надеюсь, вам видео понравилось и было полезно. Если это так, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всегда им очень рада, с радостью на них отвечу. Ну а на этом все. Пока-пока!